Всем привет, на канале Стрикс, с вами Виктор, мы продолжаем проект Horizon Zero Dawn, и в прошлой серии мы помогли найти Ренду. Мне кажется, что только Эрза удерживала точно, извиняюсь, найти Ренду Эрзу, его сестру. А теперь нам нужно вернуться к Аваду, поговорить, то, что Эрза погибла. Только что-то, я смотрю, уже все в курсе в городе. Иди отсюда. Нечего тебе здесь делать. Я тебя ушатаю. Да уйди ты, ну что ты мне мешаешь? Так, устанавливаем стрелочки наши. Любимые. Так, так, так. Так, вот так. Так, подожди, куда нам? А, вот сюда. Все, 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 нашел, нашел. Нам вроде как... Нужно подготовительные работы. Вспомнил, что будет дальше. Ну ладно, сейчас увидим. А то у меня что-то события в голове путаются. Не, слушайте, офигенский он тут живет, да? Не поспоришь. Я послал гонца в жилу, нужно всем сообщить. Рад тебя видеть. Я в растерянности. Обрести надежду и снова ее потерять, так... жестоко. Расскажи, что ты нашла? Письмо. О том, что на местный склад отправили партию огнежара. Только адресат не Дервал. А некий Эйлунд Кузнец вам это ни о чем не говорит? Звучит знакомо. Да, домовладелец. Азерам скупают дома в городе, и среди купивших был и он. Сейчас вспомню. На краю плоскогорья, рядом с храмом. Там была лавка, но можно сделать и склад. Если под этим именем скрывался Дервал, он может быть там. Соберу бойцов. Я иду туда. Рен, стой. Твое племя ненавидит Дервала сильнее прочих. Кланы дали бы за него хорошую цену. Взять его живым? Чтобы ты за него поторговался, как на базаре? Мы должны всеми средствами поддерживать мир. Если появится возможность, возьми его живым. Считай это приказ. Элой, пару слов. Можно? Эрент не стал рассказывать подробности о гибели Эрзы. Что вполне понятно. Но только дело в том, что я теперь не могу ни о чем другом думать. Ну, чё ты? Ты была там. Она мучилась. Мы как подушка теперь. Ну, ладно. Своей боли она не боялась. Она переживала за брата. Переживала за вас. Спасибо, Элой. Мне все-таки важно было это услышать. Что она думала обо мне? Разыщи Дервала и доставь сюда. Клянусь, он за все ответит. Хорошо. Но только он не единственный, кто угрожает Меридиану. Надо поговорить о затмении. Потом. Обещаю. Так, короче, он нифига не хочет делать, пока все свои... ух ты, 260. Не, ну тут пешочком добежим. Пока телепортироваться по самому городу тоже офигеешь. Ой, я-то думал. Ладно, хоть не... Надо ушатать Дервала. Вот тут бомбануть все хочет. Так, а ну всем смирно стоять. Расслабились, понимаете ли. Так. Есть минутка поговорить со мной о высоком? Нет. Я занят, у меня нет времени. Кто там? Эй, дюжие приключенцы! Желательно без друзей и родных. Но сойдут любые. Ты мне тоже не интересен? Вот это мне больше нужно. Вот это меня больше волнует. Вот склад. Ты здесь, Дервал? У нас для тебя сюрприз. Ну, ты огнежар. Или у него для нас. Это бомба? Какая-то маленькая. Хватит, чтобы нас убить. Ладно, умолкаю. Если попытаться ее разобрать, она взорвется.
То есть... Зачем нам наверх? О, тут побольше, да, у нас? В смысле, не сейчас? Сколько тут огнежара? Если та бомба внизу взорвется, все будет, как он и обещал. Дым затмит солнце, а город утонет в пламени. Мы должны это предотвратить. Похоже, деревянная скоба. Не очень прочная. Ну, помоги, Рен. Помоги вытолкнуть. Хорошо. Грубые силы, это я могу. И что? Спасем город, надеюсь. Но как упадет, сразу беги. Потому что тут же сработает детонатор в бомбе. А мы выживем? Может и нет. Толкай. А! Хрена в город-то сбросили. Нифига вы жгете, блин. Получилось. Мы не дали Дервалу уничтожить Меридиан. Это не все. Он хотел заставить Авада смотреть. Ну нет. Дервалу не попасть во дворец. Он охраняется. Ты все же иди туда. А я осмотрюсь. Может, люди Дервала оставили какие-то следы? Ладно. Не бойся. Во дворце его сразу прикончат. Ну, давай, давай. Посмотрим. Так, нам куда, нам куда, нам куда? А, мне что-то осмотрели, да? Нам? Следы. И на них огнежал. Все, спалили. Хотите ли поучаствовать в одном весьма доходном предприятии? Тащите ведра! Будем передавать по цепочке! У вас что-то маловато. И ведра нет. Что случилось? Не слыхал такого взрыва со дня освобождения. Уделишь мне минуту внимания? Нет, не могу. Ну что ты пристал-то? Ну? Смотрите, там дым поднимается. На нас напали? Работа, которую ты делаешь при свете солнца. А, все. Понял, тебя. Понял. След ведет внутрь. Еще одно убежище Дервала? Тайник какой-то, да? Нет? Да все, ну отдышись ты уже, бедняжка. Что-то я не понял. Так. А, тьфу, бляха-муха. Видимо, здесь Дервал собрал детонатор. До последнего не видел. Он пробил тоннель в стене. Да. Дервал все-таки пробрался во дворец. А, все, 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 все. Дервал. Ну ладно, сейчас мы его ушатаем. Че там? Че там, бобрам-то? Так, ну на кой ляд-то, ну? Тут ни хера не вижу, куда? Просто вниз, что ли? Ну все же не упомнишь. Кто такой молодец вот это все оставляет, а? Прям лестницу повесили. Самородки. Так, ладно, сейчас мы его ушатаем. Мне не сложно. Жаль, не бежать или драться. Точно, мы же Громозева убивали, а от этих убежим, да? Вот тут очень много грибочков. Лови, ага. И чё? Не получается? Подожди, я пока пособираю. Ну вот, все, а дальше ты труп.
Да уйди ты, блядь, я ж... Сука, я шагу сделать не могу. Вот это ты зря, черт. На! Я предупреждал. Всего 6 осколков. Да вы че, бомжатники. Так, грибочки, грибочки. Так, жизнь чуть-чуть восстановим. Так. Ладно, сейчас тут... разберемся. Посмотри на себя. Жалкий последыш безумного короля. Ты отнял у меня право убить твоего отца. Ну, обойдусь тобой. Приятно посмотреть, как карха горят. Тем приятнее, что смотреть мы будем вместе. Прощайся с Меридианом, Ават. Вдохни запах гари и подавись пеплом. Что, не работает? Что-то не так. Не работает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что? Я ничего не слышал. Со стороны окраины задымило. Нет! Должна быть буря! Буря! А не какая там струйка дыма! Так, надо разнести это устройство. Буря, блядь. Да сдохни ты! Хорошо, да не... Она что, не... Блин, какой нахер ящик с припасами? Вы что, гоните, что ли? Наверное, ты ее с трех ударов разнес. У меня-то копье покруче будет. Блять, надо именно с треугольника уничтожать. Ну ладно. Да иди сюда, что ли. Что это? А, та самая девка, что напала на мой лагерь. И обезвредила бомбу. А, вот как. Но это ничего не меняет. Я все равно окроплю трон кровью. Сперва твоей, а потом его. Какой ты болтун. О, знакомое оружие. Но тебе она не поможет. Чужак! Я тебе покажу, девка. Давай, давай. Только я сейчас вот так вот сделаю. Недолго. У меня была армия. Я убивал соколов и лиходеев, а ты лишь дикарка. Да ты что, соколов и лиходеев? Ну вот и все. Я могу прикончить. Да. Это еще не все, Нора. Любой мастер Азирам тебе скажет. Всегда нужен третий план. Ой, ну это противные твари, очень противные, но мы их ушатаем. Он меня видел. Начинается. Давай, сейчас мы. В принципе, ничего сложного. Эти кровожадные красавцы корж. Ну, они еще просто сгорят и все. Давай, лечаем. Отлично. Да умри. Отлично. Давай, падай. Ну, они такие нежные уже для нас. В принципе, ты чё? Давай, все. Угу, конечно. Да что ж ты.
Ну-ка вниз. Давай, ушатаем. Ну. Еще один готов. Скулят, как эти, блядь. Гиены. Да возьми спину, блядь. Сука, ты чё такой трудный-то, а? Куда ты собрался, а? Ну-ка, расскажи мне. Я надеюсь, ты любишь с такими драться, потому что у меня их еще много. Мне вообще пофиг, сколько у тебя. Чем больше, тем больше опыта. Чего все сюда садитесь на посадку, не понял? Да возьми ты, ну возьми. Ну все, чувак, как бы. Как бы да, не получилось у тебя, я тебе хочу сказать. Я бы хотел, чтобы тебя прикончила Эрза. Но могу сделать это и сам. Давай. Я не боюсь. Хотя ты и тут напортачишь. Как всегда. Я знаю, чего ты боишься. Что тебя отправят в источник в цепях. Все кланы в жиле хотят твоей смерти. И они знают, как тебя помучить. Столько будет желающих. В этом ты весь, убивать чужими руками. Заткнись! Твою судьбу решит король солнца. Гвоздодер натуральный. Монтировка. Так, ну вот мы и помогли. Теперь надо... с осадой решить вопросы. Блин, нет, мы еще с вами не 40 уровень. Ой, ой, со всеми поговорить надо. Что-то всего навалом. Так. Так, а здесь кто? О, я что-то нифига не вижу. А, все вижу. Ну. Мне нужно немного побыть одному. Эрент хотел с тобой поговорить. Так, а кто у нас ближе-то? Так, стоп, стоп, я запутался. Это 220 метров. Топ, вот 50 метров тут поближе. Это не прикольно. Тут бегать это с болтом. Элой, я тут думал о Берзе. Она бы убила Дервала на месте. Точно. Потому она и отправилась к нему, чтоб прикончить. Но она велела мне взрослеть. Было тяжело такое услышать, но пытаюсь ей верить. А тот, кто взрослый, делает, что должно, а не что хочется. Так? Ты меня спрашиваешь? Ты явно постарше. Да, но веду себя как юнец. Ты поступил правильно. Еле себя заставил. И до сих пор хочу потихоньку свернуть ему шею. Ты этого не сделаешь. Ты хороший капитан. Но хватит. А то расплачусь. Что ж... Знаю, тебе пора. Искать убийц, покорять машины, дел не в проворот. Знаешь, когда мы встретились, я думал, повезло этой красотке, что познакомилась с такой важной шишкой, как я. Но это мне повезло, что ты уделила мне минутку. Только не забывай меня, когда будешь покорять мир. Не хочу говорить это после всего того, что ты вынес, но грядет новая битва, нужна твоя помощь. Гелис и его фанатики нападут на Меридиан. Покой нам только снится. Не волнуйся. Я буду в строю. Так, поболтали. Тут поговорить с Авадом. Галочка стоит, не пойми зачем. И тут у нас поговорить с Дарвалом.
Ну чего, Ват-то не хочет разговаривать? Обалдели, что ли? Я что, должен от одного к другому, что ли, бегать? Заняться нечем. Слышь? Наконец-то. Элой. Сказать, что я испытываю благодарность, значит ничего не сказать. Ты спасла мне жизнь. Ты спасла Меридиан. И благодаря тебе убийца будет наказан. Мы сможем оплакать Эрзу, зная всю горькую правду. Не знаю, что бы с нами было, если бы не ты. Ават, не надо. Нам нужно срочно обсудить... Я знаю, но ты только выслушай меня. Да ты достал уже, ну 100 раз тебя выслушай. Хорошо, останься в Меридиане. Что? Зачем? Ну, во-первых, благодаря твоим усилиям город не сгинул в пламени. Ты сильная, умная, способная. И мне очень нужна такая помощница. Так... Тут не канает. Ну ладно, отвечу по-добру, по-здорову. Спасибо за предложение, но мне кажется, ни вы, ни я к этому не готовы. То есть, сейчас. Мне предстоит еще много сделать, и я знаю, что моя цель далеко от Меридиана. Ну, конечно. Не буду настаивать. Ты как Эрза. Сама себе хозяйка. Но ты хотела что-то обсудить. Гелис готовит атаку на Меридиан. И это будет скоро. Свет солнца. Подожди. Нужно сообщить Мараду. Элой. Король солнца сказал, ты принесла печальную весть. Прошу, расскажи, что тебе известно. Затмение скоро нападет. С запада. У них есть армия древних боевых машин. Но это не самое страшное. Они приведут с собой существо, бог, бес, машина. Как угодно. Его имя Аид. И ему не нужен Меридиан. Ему нужен шпиль. И если он доберется, он пошлет клич и пробудет другие машины, столько, сколько нам не победить. Это конец всему. Этого нельзя допустить. Я пытаюсь понять. Но мой долг оберегать жителей Меридиана. Цель не Меридиан, Ават. Вы должны защитить шпиль. Пошлем авангард, ваша лучезарность. Да. Отправьте их туда. Эрен знает Элой, он согласится. И прикажите страже укрепить западный кряж. Оттуда они смогут оборонять Меридиан и пламя, где восседает шпиль. Элой, позволь мне... Позволь извиниться за мое поведение. После того, что случилось с Эрзой, я был сам не свой. Если нам суждено сражаться бок о бок, я был бы рад знать, что ты не держишь на меня зла. Не держу. Только больше не путайте меня с ней. Даже короли могут ошибаться. Что ж, хорошо. Я рад, что все в прошлом. Что ж, нам понадобится время на подготовку. Итак, что ты знаешь о наших врагах? Рассказывай все. Ой, долго было. Не знаю насчет всего, но что смогу, расскажу. Да, короче, это хорошо. Представили то, что все было рассказано. Теперь нам нужно поговорить и с Марадом. Нахрен нам с Дарвалом разговаривать, как все не до этого. О, ну то. Смотри, что нам очки на ухо дали. Атака снизу. Ну нахер она нужна, да? Вот лучше боевой приход в течение неограниченного времени. Это нам не особо позволяет. Вот это вот я изучу. Блин, все в разных местах стоят. Только тихо. Не хватало нам еще паники в городе. И еще, обо всем сразу сообщайте мне. Да давай поговорим, ну. А, Элой. Мы укрепляем оборону на западном кряже и возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — нажиться. Но кто-то придет ради тебя. Меня? Ну, не скромничай. Ну что ж, остается только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо.
Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. Если же нет, я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Так, у нас, смотрите, вот эти вот три точки, это нужно пойти и осмотреть приготовление. По пути мы договорим, получается, с этим оленем. Или нам уже не надо с ним? Бляха-муха, ну ладно. Побежим, поговорим, быстренько пропустим, потому что... это уже сейчас не важно и неинтересно. Что нам бандит расскажет, но это не так уж и важно. Ну и с другой стороны, почему бы... Я хочу обсудить с тобой... Сразу... Нет, карта. Это, наверное, шпиль. Какой он огромный. Где? Что ты обманул меня? Нет никакого шпиля. Так. Скоро сюда придет враг. Да как тут... Вы издеваетесь, что ли? О, как же до тебя дойти-то, а? Мне эта галочка просто будет все это время раздражать. Дом Олина выглядит пустым. Нафиг? Ну что, ложиться спать? Вроде со всеми делами разобралась. Ну ладно, давайте, короче. Так, отдохнуть. Давайте, давайте. Ходить, проверять эти места укрепления, что-то с кем-то договариваться. Да переживем, че мы. По хардкору будем. Как ты могла спать, Элизабет, когда на тебе лежала такая ответственность? А ты, Раст, после убийства твоей семьи. Сайленс, ты тут? Что просить совета у призрака? Ну что, погнали. 17 тысяч плюс очков, очки навыка. Все, пора вставать. Там пришли вести с востока. Король Солнца Ават ожидает в храме Солнца. Погнали. Блин, правда, 22 минуты. Ну да ладно, сейчас посмотрим, разберемся. Просто костры? Армия собирается перед долгим маршем на город? Боюсь, это не костры. Тогда что? Конец. По крайней мере, его начало. Вот так вот они могут вытворять. Очень медленная техника, если честно. Но довольно-таки сильная. Я думаю, мы справимся. То есть те самые истребители. К пушкам! К пушкам! Давайте! Не стойте! Выполняйте приказ! Все, готово! По команде! Начнем стрелять! Думаешь, это их остановит? Вот сейчас и узнаем. Вот так вот. О-о-о! Здорово. Гелис? Нет. Ведите авангард. Пришлите помощь. Нет, Элой! Нам нужны эти пушки. Он прирежет тебя! Не в этот раз!
Надо его завалить. Слишком долго ты мне досаждала. Что же ты не сразился со мной в кольце солнца? Нет. Вот, поверьте, вот это лучший вариант. Зачем ты борешься? Врагу осталось недолго. Слушайте, вы что не горите? Твоя участь неизбежна. Умри. Да что ж ты... Отлично. Блин. Смирись. Прими свою слабость. Ну давай, только... Чё, ты сдох, что ли? Давай. Тебя ждет лишь вечная ночь. Да, этого козла не поджечь, но да ладно. Мы сейчас просто восстановим стрелочки. Стрелочки, говорю, стрелы. Меридиан должен быть омыт кровью. Да. А, ну давайте соберем что-то. Ну все, он как черепах идет. Вот гад. Опять отбил. Вечно он этого сделать не сможет. А он ловкий. Да и... А он ловкий. Ты уже ты три раза подряд сказал. Вот гад. Опять отбил. Ладно, уговорили. Давай, сука, сюда иди. Опять отбил. Он очень медленно идет, мне это бесит. Ага, конечно. Давай, неудачник. Истребители будут так стрелять, мост рухнет. А че туплю? Он разваливается. Бляха ты муха. Кто ты перед ужасом солнца? Та, что с тобой покончит. Давай. Да нет же. Я избранный, а ты никто. Избранный тоже мне, блядь, нашел. И умрешь никем. Да ты в то. Давай, иди сюда. Дикарке не понять, что такое предназначение. Ну, ближе, бандерлога. Вот и все. Невозможно. Я избран. Такого не должно было быть. Слушайте, в прошлый раз я его завалил. Может, в этот раз... А, ну его в любом случае убью, да? Ну да ладно. Так. У меня нет на это времени. Тебе конец. Аид следующий. Покрепленная тень меня спасет. Я не могу. О, у него еще фиолетовый. Зараза, ну ладно. Ничего нам не влазит. Хотя если мы посмотрим. Может, какая-нибудь хрень или... Ну, хоть что-то, да? Давайте вот это выкинем. Давайте вот это выкинем. Да пофиг, что возьмем, то возьмем. Ай! Тихо. Так, с этим мудаком как нифиг делать, разобрались? Теперь нам нужно пойти помочь. Так. Да, так намного лучше. Тихо. Нет места. Так. А, все, вижу. Да, вот как раз у нас поле боя основное будет. Вот справа-слева. За меридиан! Держать строй! Куда мне? Становись за орудие! На платформах! И погнали!
Если бы мы подготовились, это оружие было, ну... Он стреляет. Надо уходить отсюда. Залпов я бы мог делать намного больше. Но сносит она по самой не хочу, согласитесь. Сразу столько бомб запускать. Быстрее уходить отсюда. Да мы просто в сторону отошли пару шажков и все тип-топ. Зараза, а. Так, этого тоже надо завалить. Так, теперь скорее всего надо... С другой стороны оборону держать надо еще. Так. Это не... Он это почувствовал. Не очень хочется, чтобы они еще... С юга! Они идут с юга! Далеко, далеко, зараза. Ох, толпень-то какая, вы как взгляните. Метит меня. Да кто бы сомневался. Но надо вот на подходе их вальнуть. Так, ну-ка, умри. Так, отлично. Теперь надо его завалить. Нет, он все так же еще... Сейчас рванет. Надо уходить. Куда ты пошел, а? Так, надо поближе. Смотрите на запад. Иначе, да. Да что ж ты? Ладно, возьмем угол поболее. Надо на другую платформу. Да подожди, другую, надо еще здесь разобраться. Давай. Еще один залп по нему и... Отлично. Ой-ой, на туре надо сюда. Давай, хватай мое. Давай, перезаряжай. Отлетело. Так, где у нас тут? Никого не видно. Передышка. Так, смотрите, мы уже почти 41-й. Можно перевести дух и подготовиться. Чего готовиться? Мы ничего особо не устали-то, ничего не делали. Так, ну ладно. Нет, эта штука вообще прям огонь. Смотрите, сколько они еще снарядов вот этих понасобирали. Перезаряжай, не хочу. Ну-ка. К оружию! Запад! Громозе, вы появились. Тарам-пам. Ой, это что, какие-то быстрые ребята вы. Туда. Берегись, Нора, он стреляет. А что ж ты? Вау. Давай. Да что ж ты? Не дергайся. Так, теперь истребитель валим. Но он далеко, очень далеко. Хотя нет, достаем. Он разозлился. Пора уходить. Да мне насрать то, что он разозлился. Мне надо завалить его. Так, что там? Самый умный, что ли?
коршуны, это, конечно, блин, бесячая фигня. Возьми, 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 ты чё? У нас тут всё в разгаре. Куда ты побежал? И ты тоже даже не думает. У тебя нет шансов, чувак. Так, пока все без проблем. Че, все что ли? Буревестник! Буревестник! Вот буревестник, это повеселее. Ну хотя... О, он еще и зараженный. А, они тут все зараженные, че? Ну эта штука сносит. Он... Блин, вот он... Тебя метит, Нора! Да кто бы сомневался, что... Кого еще-то? Но с этой штукой его убить, конечно, это не проблема. Отлично. Так, еще один истребитель у нас. Че ты так далеко-то, ну? Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Так. Ты как-то, ну... Надо на другую платформу. Легко, в общем. Прежде чем идти на другую платформу, надо на это разобраться. С этой броней тут просто замечательно. Так бы один раз умерли, и все, и... Ему дохались бы. Берегитесь! Так, сейчас у нас же еще Аид. Его же к шпилю должны притаранить. А вот и Аид. Элой. О, братуха. Элой. Малой. Элой. Хвала матери, ты жива. Опять. Я думал, тебя убили. А остальные? Они... Нет, нет, их потрепало, но почти все живы. Машины разрушили деревню и сразу пошли дальше. Они двинулись к шпилю, волоча за собой свой жуткий трофей. Позаботься о них-то. Мне надо идти. Погнали, надо теперь Аида завалить. Ты смотри, что с жизнью-то, а? О, нет. Так. Собираем все, что можно. Нам это может пригодиться. Надо спешить. Хотя у нас всего хватает. Но я уже просто в нетерпении DLC. Да сдохни ты. Ох, нифига с нее падает, чё. Так, ладно, подбираем. Подбирай, не тупи. Так, 5 минут у нас осталось. Так, а вот это я возьму. Вот это я возьму. Три навыка, да, отлично. Так, это на встречке. Ну давайте вот так вот. Теперь смотрите, предметы модификации. Там надо что-то выкинуть нам.
Там просто новое это. Вот это я не очень-то люблю, поэтому... 23 на копье, то есть у нас в DLC еще копье какое-то можно будет поменять на прокачиваемое. Это хорошо. Это здорово. Блин, нам что-то плыть, да? Ща, главное с Аидом разобраться. В принципе, знаете, вот эту серию я... Ну, подумываю сделать сейчас чуть подлиннее, но она будет как бы финальная по сюжету. А вот уже со следующей мы попадем в DLC. Почему бы так нет, да? Почему? Ну почему бы нет, собственно? Ну-ка. Да ты чё, животное? Так, ну это яд действует. Сейчас броня установится, все хорошечно будет. Давай, давай. Шпиль, вот он шпиль. Тот самый шпиль. Тут уже доспехи на нас другие, странно вот это. Началось. Аид шлет сигнал. Да, с копьями и луком, конечно, вы с ними будете долго мудохаться. Биомасса. Переработка биомассы Короче, хрен выговоришь. Пошлите нам наверх, надо быстрее все это закончить. Если Аид начал передачу сигнала, значит, он прорвал оборону. Нора, авангард Эренда. Сейчас мы. Мне нужно наверх. Сейчас мы. Пить, глаз чешется. Надо уже завершить игрушку. Оп, хлоп. Нельзя останавливаться. Вперед! Ты знаю. Я знала, что это будет непросто. Да все мы знали. Медлить нельзя. Но мы справимся. Ой, что-то не туда, да? Определенно. А вот все. Они живы. Это Элой. Ну, вы видите. Мы думали, ты пала на Кряжа. Нет, это Кряж упал на меня. Времени остается совсем мало. Я сражусь с Аидом. Не одна. Это мой бой. Я не вправе звать вас. А мы и так туда собирались, да? Да. Ястреб Дрозд, идем. Подождите. Нужно вооружиться. Другого шанса не будет. Спасибо, хоть у тебя к фигне наложили. Банок у нас навалом. И идем в Подожди. Не, парни, ой, народ, нам не сюда же. Ну-ка, сюда. Там вверх, еще и вверх. Все выше и выше. И выше. Вот. Прибытие этой сущности было вполне ожидаемо. Сущность не помешает передаче сигнала.
Напротив, мои расчеты были верны. И присутствие этой сущности было просчитано. Так, у нас основное время вышло, но ничего, мы закончим. Так. Зараженный истребитель. Это поинтереснее. Вот как это делается. Все здесь убивается. Ой, что ты стреляешь-то? Не, короче, с него не сбивается. Можно сделать так. Вот, громоздевские штучки вот эти, конечно, тоже неприятно. На тебе 400. Ой-ой-ой, тихо, ты поспокойнее. Не туда. Так, пускай броня-то восстанавливается, и тогда все будет хорошо. Отлично. Блин. Ну да ладно, есть еще возможность, так что все нормально, мы сейчас его легко размотаем. Это у него пока жизни немного, пока у него... Пока у него модули целые. Только смотри, что у него наверху. Это сейчас сбить, и пол хп нету. Не, походу это так не сбить. Ну ладно, мы сделаем тогда с вами проще. Он привел других зараженных, Элой! Не дайте нас окружить! Так, у них просто урон будет. Ох ты ж, бля, вот это вот мне не нравится. Так, вы хотели помочь? Помогайте. Мне нравится сбивать по 400 с этих верхних элементов, но вот этот пулемет надо снести. Отлично. Ой, тихо, вы что? То есть мы уже с вами 40... Опа! Приоритетная сущность! Берегись, Элой! Еще один! Да что ж ты... Спасибо! Воу, да подожди ж ты, ну ёпт твою ж! Спасибо за помощь! Ты не одна! Не, я, конечно, рад, то, что я не один. Да, блин! Эта тварь спамит. Мне тогда помешал... Да что ж ты, блядь, ты... Ой, это плохая хрень. Да возьми ты, ну. Давай. Так, здесь все, да? Еще одна, давай, хватай. Так, ладно, поняли. Раз, два, давай третью. Ну-ка. Берегись, Элой! Машины! Уничтожьте сначала их! Так, у него чуть-чуть осталось совсем. И он готов. Есть. Отлично. Путь свободен. И
Истребитель пал! Мы одержали верх! Еще нет! Ой, блин, откуда вы же такие здесь? Дела... Ой, это, а? Давай, 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 под зоб ему! Так, с тобой я знаю, что сейчас сделаю. Потом вот так. Я тебе... Я сейчас... Угроза в системе! Я не знаю, что угроза. Да сдохни ты. Мы справились! Мы их разбили! Отлично. Так. Так, да что ж ты, давай сейчас сначала все соберем. Так. 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 Смотрите, 42 уровень. В принципе, мне это устраивает. Осталось уничтожить. Блин, а что же опять у нас броня-то другая? Главный блокиратор готов. Для включения назовите имя и ранг. Элизабет Собек. Альфа Прайм. Главный блокиратор включен. Стираю протокол истребления. Я там тут столько времени воевал, они тут даже ничего сделать не успели. Ну, как-то так. Прости, Гея, что-то задумалась. О чем я? О вашем детстве. А, ну да. Это восстановленные записи. Короче говоря, у меня был детский набор электротехника, но я прикрутила к нему аккумулятор и солнечную батарею, и трава загорелась. А от травы высокая сосна. Ей было, не знаю, наверное... Лет 100. Вопрос. Сколько вам было? 6. Мама была дома, к
счастью, она сразу же вызвала пожарных, а потом вывела меня на лужайку и показала мертвых птенчиков. На сосне были птичьи гнезда. Вопрос. Что вы чувствовали? Я не знаю. Я вроде орала, что мне плевать. Тогда мама взяла мое лицо в ладони и сказала... Вопрос. Что она сказала? Что не должно быть плевать. Сказала, Элизабет, самый острый ум ничего не стоит, если он не делает мир лучше. Надо направлять свой ум на что-то полезное. Служить жизни, не смерти. Вы часто рассказываете о матери, но у вас нет детей. Как-то не успела. Наверное, это и к лучшему. А какие качества вы бы пожелали для своего ребенка? Наверное, я бы пожелала ей любопытства и воли, несгибаемой силы воли. И иметь сострадание, чтобы исцелить мир. Хоть немного. В общем, у меня пока все, Гея. Пора спать. Желаю вам приятных снов, Элизабет. Спасибо. До завтра, Гея. Так, это вроде еще не все. А нет, да, вот пошли титры. Мы их пропускаем, но на этом еще не все. Вот куда лезет? Ну куда лезет, а? Вот что самое интересное это. Я-то думал, DLC будет продолжением. Но нет, ждем второй части. Почему вы сейчас увидите сами? Ну, старый друг. Помнишь меня? У меня еще столько к тебе вопросов осталось. Есть о чем поговорить? О твоих хозяевах, например. Тех, кто пробудил тебя сигналом. От знаний одна сплошная польза, правда же? Ну, смотрите, что он задумал. Давай приступим. Это перебор, Сайленс. Ну вот поэтому-то я и жду второй части. Это будет что-то просто. Это будет что. То, что вот это вот мы убивали, это так. Ерундовина полнейшая. Ладно, сейчас загрузится. Посмотрим, сколько там что у нас по опыту и так далее. И в следующей серии мы идем с вами в DLC. И уже там будем полностью довольствоваться всем чем-то новым, непонятным, интересным. Там я ничего не проходил. Даже близко там не был. Мне самому прям не терпится уже начать, так что. Отдельный плейлист создам, будет все прям как надо. Сейчас нам предложат NG+. Ну да. То ли просто, ну да, там New Game Plus. И предложат, получается, нас откинут на момент до начала битвы, дабы дать нам возможность собрать все ачивки, точнее, получить все ачивки и выполнить все побочные квесты. Как-то так. Чтобы докачаться, соответственно, до 50 уровня, мы сейчас 42, но я думаю, что мы этим же уровень, но сейчас, может, чуть больше нам дадут. Пойдем в DLC. Пускай будет меньше, но ничего. Мы как-нибудь справимся. Как бы бегать 8. Вот. Поздравляем, вы победили и защитили мечту Гея. Так,
Мир основан для состояния на момент начала здания Грозная тень прямо перед финальной битвой за Меридиан. У вас сохраняется все снаряжение и есть накопленный опыт. Кроме того, вам доступен режим Game Plus. Он позволит начать игру сначала, сохранив все предметы снаряжения и навыки, полученные в ходе этого прохождения. Создан файл сохраненного Game Plus. Информация об имеющихся углах предметах, снаряжения и навыках. Чтобы запустить этот режим, вберите в главное меню пункт «Игра Плюс». Также вы можете задавать новые файлы снаряжения при помощи меню паузы. Спасибо за игру, команда разработчиков Horizon. Нет, у нас, судя по всему, мы на 42-м уровне-то и останемся. Да. 2 очка навыков у нас. Тут, в принципе-то, ни на что не хватает, конечно. Давайте. Ну, по барабану, что нет. Так, ладно, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Увидимся в следующем DLC. Всем пока.